Деревенька продолжает расширять географию своих путешествий. Сегодня побываем в Белынческом, Шковском и Чауском районах. Узнаем о тонкостях корма заготовки, послушаем интересную легенду одного из поселений, ну а напоследок отпразднуем-ка мы свадьбу. Итак, добро пожаловать к нам на Огонек. Стимулы есть, как бы заработать и работать. Как корма заготовить, чемпионом стать и денег заработать, расскажут аграрии колхоза «Родина». Решил тогда отец пришалить, а сыне память здесь оставить. Легенды и предания деревеньки старые стайки. Настоящий мужчина. История любви в рестянском интернате. Природа дождичком не балует, но вопреки всем прогнозам, первым укосом трав в колхозе «Родина» довольны. На этом поле растут клевер и тимофеевка. Почему такое сочетание? Клевер – это бобовая культура, а именно протеин, так необходимый для крупнорогатого скота. Ну а тимофеевка – это сахар. Трава-то, конечно, выросла, но ее еще надо уметь убирать. Кто лучше и кто быстрее – вот девиз кормоуборочной компании. Я смотрю, работа у вас не останавливается. Она вот один уехал, второй приехал. Это вот все бесперерывно. Это, мне кажется, сказывается за то, что мы в этом году впервые предложили такой вариант работы, что, значит, создали два звена и между ними устроили, будем, соревнования. И победитель, который по окончанию нашей заготовки, значит, получит дополнительно ко всему заработным деньгам, значит, премию в размере 5 миллионов рублей. Есть что заготавливать и есть чем заготавливать. Но работать в команде вообще, вот это важно при кормозаготовке? Да, это очень важно. Это чтобы, то есть измельчители, это есть измельчители, но чтобы была отвозка, чтобы не было простоя. То есть, кажется, вот 5 минут простояло, это уже пим. То есть это 10 тонн где-то примерно. В помощь старой гвардии молодежь. Михаил Фурсов, например, работает на отвозе и не скрывает, что в сельскохозяйственный сезон можно заработать неплохие деньги. Стимулы есть, как бы заработать и работать по 12-13 часов. Тяжело? Ну, как бы есть, но каждый труд все поощряется. Сперва скосить, затем измельчить и отвезти в сенажную яму. Это еще не весь процесс. Дальше за дело берутся трамбовщики. Работают круглосуточно. Успех сохранности сенажа зависит от качества трамбовки. В хозяйстве она ведется круглосуточно. Под давлением тяжелой техники из сенажа выходит лишний кислород, а это позволяет сохранить нужную температуру и влажность. А вот какой она должна быть, расскажет ветврач Андрей Карпеченко. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, расскажите, пожалуйста, вот температура и влажность, насколько вообще вот это важно? Ну, при сущности сеусования это основные показатели, которые нужно контролировать для того, чтобы добиться более высоких качеств кормов. Это температура и влажность. Температура должна быть превышать не более 36 градусов, а содержание сухого вещества 40-45%. Температура и влажность измеряются несколько раз в день. При необходимости действия трамбовщиков корректируются. Температура на данном этапе мы видим, что не превышает нормы, то есть буквально в пределах 30-31 градус. То есть это довольно хороший результат. Говорит о том, что зеленая масса довольно хорошо подготовлена для силосования. Для лучшего хранения в зеленую массу можно добавлять консервант. В колхозе «Родина» обходятся обычной солью. Сенаж, силос и сено – три важных составляющих рациона молочных буренок. Потому и внимание к заготовке зеленого корма самое пристальное. А пока коровушки-кормилицы доедают прошлогодние корма. Благо, их в хозяйствах достаточно. Как привлечь частный бизнес в сельское хозяйство юго-восточных регионов области? Об этом говорили аграрии на выездном совещании. Преуспевающие фермеры устроили для руководителей юго-восточных районов своеобразный мастер-класс, а учебной базой выбрали Шкловщину и Дрибинщину. Частный сельскохозяйственный бизнес здесь хорошо развивается. Например, в одном только Шкловском районе 28 фермерских хозяйств.
Владимир Малиновский много может рассказать про фермерское дело. Хозяйство Дианы в Могилевской области появилось одним из первых. Через 15 лет масштабы впечатляют. В этом году здесь заработает новое картофелехранилище на 15 тысяч тонн и логистический центр. Мы, в общем-то, уже устоявшееся хозяйство. Вот, чем заниматься, мы знаем, мы над этим работаем. Вот, и надеемся, что вот этот год, он тоже принесет нам определенные результаты. Тот урожай, вот это я вижу по своих посевах, которые мы будем иметь, он обеспечит продовольственную безопасность нашей страны. Овцеводство пока новое для Могилевщины направление, но прибыльное, говорит фермер Фарадж Абдулхамид. Овцы – животные неприхотливые, любую травку щиплют за милую душу, в том числе и лекарственную. А в качестве пастбищ для них хорошо подойдут неудобицы. Пока стадо фермерского хозяйства 300 голов, но уже в этом году Фарадж планирует увеличить его до 1000. И сейчас начинает постепенно, я замечаю, что приезжает ко мне, покупает по 10, по 20. Это простой гражданин, уже не считая, что план государства, когда они планируют там то или другие хозяйства. А вот фермер Михаил Крупенько шутит, выращивание мясных пород «Шароле» – занятие для ленивых. Животные почти круглый год находятся в поле, а в сарай идут только на период холодов. Только и делай, фермер, что корми, а в результате получает так называемое «мраморное мясо». И в том же Краснопольском районе, и в Черриковском районе можно заниматься и вот скотоводством таким, и овцеводством. Есть технологии, уже они как бы отработаны, как на таких землях производить пригодную для населения продукцию. Для фермеров, которые займутся сельским хозяйством в юго-восточных районах, соответствующим указом предусмотрены преференции по жилью, инфраструктуре, а также уменьшение отчислений в бюджет. Если мы говорим не просто о фермерском хозяйстве, как один трактор, а о каких-то капитальных сооружениях, которые необходимо возводить, так вот для них инфраструктуру строительства возьмет на себя государство. А по всем коммуникациям электро, газа, водоснабжения, автомобильные дороги. Развитие частного сельскохозяйственного бизнеса – вопрос весьма актуальный для юго-восточных районов. Земля ждет возрождения. Все без исключения вынесли из этой встречи много полезного, а это уже первый импульс в развитии фермерского дела в этих краях. Развитие мясного скотоводства. У нас есть скот мясных пород, породы абердин-ангусы. Фермер должен быть, наверное, как и учитель, как и врач от призвания. Да? Заставить работать на земле – это очень сложно. Поэтому главное не отбить желание у него работать на земле. Вот. А всяческая поддержка в этом плане будет обеспечена. Семена должны быть в упаковке. В Министерстве сельского хозяйства определили, что и во что паковать. Оригинальные, элитные, репродукционные семена, семена сортов гибридов F1, семена, которые продаются в розницу, а также обработанные химическими и биологическими средствами защиты растений, обязательно должны быть упакованы. Причем каждому виду своя упаковка. Например, зерновым и зернобобовым тканевая, полиэтиленовая, полипропиленовая и бумажные мешки, а семенному картофелю ящики и поддоны. В странах Азии и Океании стало больше белорусского продовольствия. В частности, поставки белорусской сельхозпродукции в Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам в январе-апреле этого года выросли в 4,5 раза, в Пакистан – более чем в 2 раза. Также страна увеличивает экспорт в Австралию, Гонконг и Корею. На 30% больше экспортируется молочной продукции льного волокна, на 20% – муки, на 76%. Дорофеева дня, который приходится на 18 июня, начинаются самые короткие ночи – воробьиные. В это время расцветает сон-трава, да вот только собирать ее просто так нельзя, нужно знать специальные заговоры. Считалось, что если вдохнуть запах растения, то во сне можно увидеть свое будущее. Самый же длинный день приходился на Кирилла. У Кирилла от земли сила, приговаривали в народе. В этот день можно высаживать позднюю рассаду, так что кто не успел, тот еще не опоздал.
У каждого поселения есть своя история, есть легенды и у деревеньки старые стайки Шкловского района. Каждый год 6 августа местные жители и жители окрестностей собираются здесь на праздник Бориса и Глеба. А началась эта история давным-давно и передается она из уст в уста, из поколения в поколение. Едете по центральной улице. Справа увидите памятный камень и ухоженную клумбу. За ней тропинка, она-то и приведет вас к источнику. Какая водичка. Вот, кристальные, чистенькие. Ну что, вас угостить водичкой, да? Попейте, пожалуйста. Спасибо. Водичка, водичка, дай здоровье. С праздником Бориса и Глеба в старых стайках связана легенда. Да не одна. Стоит на старостайковском кладбище белоснежная каплица. А давным-давно, когда-то по Днепру плыла лодка. В ней было два брата плыли. И вот что-то между собой эти братья не поделили. Но они были очень богатые. Что-то не поделили. И в порыве гневу один брат убил другого. Но он его не выкинул в Днепр, а подъехал к берегу, положил его и сам уехал дальше. Но оставил золотой меч и много каштовностей. Местные жители нашли тело и похоронили юношу со всеми почестями, а в память воздвигли каплицу. По второй версии, по Днепру путешествовал отец со своим сыном. В пути молодого парня настигла смертельная болезнь. И вот не доезжая старых стаек, вдали виднелся холм высокий, а Днепр в то время был широкий. Решил тогда отец причалить, а сыне память здесь оставить. Но есть еще одна, более литературная, что ли, легенда. В ней братья, наоборот, были преданы друг другу. Когда пришло время, что умер их отец, князь Владимир, пришлось распределять земли вот эти, и один из сыновей князя Владимира, Святополк, решил завладеть всем. Он очень боялся вот этой вот конкуренции между своими же братьями и решил... Вот убить и князя Бориса, и князя Глеба. Пробивали пол, хотели достать и узнать, кто же там похоронен. Но оттуда только звон. Сегодня в старых стайках 60 дворов. Вместе с местными жителями библиотекарь Рима Ивановна пытается сохранить историю родных мест. Чего стоит одна белорусская хатка, местный мини-музей, экспонаты для которого собирались по чердакам четверть века. Это дубовая кровать. Ей больше, как 150 лет. А где вы ее взяли? А вот я ее доглядела в одном домике закрытом. Я такое окошечко посмотрела. Очень красивая кровать, дубовая. Оказывается, у нее есть хозяин. Потом я это хозяин. А он у Орши сам проживает. Приехал, я ее попросила. Подарите, пожалуйста, в музей. И он говорит, берите. Это все ручная работа. Сколько, да. Сколько ему лет, может быть? Как вы, ой, вы знаете, ему на лет где-то около 200 будет. Потому что родители передали своим детям, а дети уже им по 100 лет поумирали. И вот такой вот остался. Необыкновенная, самобытная, аутентичная красота. Она здесь повсюду. В природе, в пасторальной архитектуре и даже в местном говоре. Мы шли и увидели зер. Что такое зер? Оказывается, это свет. Старостайковцы с охотой приходят в библиотеку, берут книгу и садятся с ней под тенью липы, что растет во дворе. Но так случилось, что библиотека в старых стайках не просто книгохранилище, но и уютный дом для местной истории. У меня был парень, я с ним жила просто гражданским браком. Ну, захотелось мне так, чтобы был человек. Ну, как говорится, муж. Наша программа застала Оксану на пороге важного события – свадьбы. Прическа, макияж – общие для всех невест хлопоты. Вот только в роли стилиста – нянечка, а вместо ЗАГСа – дом-интернат. Типовая комнатка и плакат «Мечта на стене» – как маяк надежды на новую жизнь в счастливой семье и с любимым человеком. Настоящий мужчина. Вот.
Некоторые стесняются, понимаете, таких людей, как мы. А я просто не постеснялся. Я сперва как-то это восприняла не всерьез просто, как шутку. Я говорю, ты пока всерьез или шутку? Ну, я говорю, всерьез. Я говорю, давай, я не против. И все. Фамилию будешь менять после? Конечно. Мужчина мечты Михаил в дом-интернат приехал недавно и сразу же подружился с Оксаной, уже зимой предложил руку и сердце. Гражданским браком жить, это как-то не очень интересно. Ну, лично для меня. Это единственная женщина, которую я люблю и буду любить. Это ли не те слова, о которых мечтает каждая из женщин? А еще о настоящем платье, выкупе, пусть и не в заправдышнем и томительном ожидании. Все должно получиться, ведь женят молодых едва ли не всем миром. Платье и костюм искали через знакомых в интернете. Кольца подарили друзья интерната Едвига Поплавская, Александр Тиханович. А венок невесты от певицы Галины Шишковой. Каждая пара имеет право на очень хороший праздник. Собралась очень хорошая команда, мы все приехали из Минска и очень рады быть причастны к такому событию. Здесь это пусть будет первым таким хорошим стартом, и люди все-таки должны находить друг друга, где бы они ни были. Тем более, что свадьбы в этих местах настоящая редкость. Вообще, много ли браков в здешних местах регистрируется? Торжественно нет. Максимум 1-2 приходится нам. Ну, так просто 5-6. В месяц? Нет, конечно, в год. Огромная удача, огромное счастье для них, что они встретили друг друга даже в этих стенах. И будем надеяться, что мы как только сможем разнообразим их жизнь. Благословляем этот брак на все хорошие дела и их начинания, чтобы они были счастливы, чтобы вместе они были сильнее. Оксана и Михаил теперь уже лещинские, уверены, у них все будет хорошо. Ведь теперь, пусть даже в этом месте, они вместе. А это главное. Совет да любовь, говорит деревенька нашим молодоженам. Ну а всем вам я желаю, чтобы с вами произошло маленькое чудо. А произойти оно может где угодно и с кем угодно. Главное его заметить, а то упорхнет.